Чё, всем привет! Сегодня Иринка ест пельмешки без спешки. Бутерброд. Сметанка. Сметанку тоже положим. Там просто мелкая спит, вот так тихо разговариваю. Ну давай, давай, давай. Чё, будем поедание пельменей? А вот тут, между прочим, сметана с чесноком, солью и с укропом. Порезали мелко чеснок. В тарелочку положили сметаночки, сколько вам надо. Засыпали укроп, натерли чеснок. Посолили чуть-чуть. И перемешали. И вкуснятина, бомба. Супер бомба. Мушку видали. Пельмени, да, диетические, со сметаной. А кому не нравится? Может, не заходить и не смотреть. Елена, семейный подряд тебе привет. Там сосиска такая. Сосиска и пельмени вообще бомба. Бомба бомбическая.
Дашке тоже привет. Специально мукбанг для Дашки. Четыренка. Обзелась. Ну ничего, надо есть. Не пропадать же пельменям. Ну что, пельмени съели, съели. Теперь пьем кофе с конфетками. Ну такая конфетка, ну типа вафелька, знаете, чудо. Чудо чудесное. Но это чудо с клубничное. Ничего такое сюда есть можно. И кофе. Ой, она еле дышит, но все равно жрет, жрет. Забыл такую конфеточку. Тут, короче, белая начинка. Ну, так и ничего есть можно. Ну, это типа белый шоколад. Ой. Туринки конфету пожалел. Угу. Еще вот такая клубняковая, желейная. Ой, что-то, блядь, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ну ладно, короче, на этом всем пока. Всем пока-пока.